области, выдающимся советскому и российскому. Он был истинным гражданином своей страны и любил Тверь всегда. И то, что вот ему такую честь оказали, он был человек скромный, он бы и не ожидал этого. Но когда мы сюда приезжали, мы всегда приходили, он назвал это Стрелкой. И действительно, это самое красивое место. Это большой почет, большая честь, что вы оказали ему такую честь. Он бы вам был очень благодарен.